А читаете вы по-прежнему? На литовском? Да. Есть какие-то книги, которые я все-таки пытаюсь не забывать язык. Мне кажется, что чем человек больше языков знает, тем он более приспособлен. Я как-то считаю себя космополитом и, в принципе, могу приспособиться где угодно. Поэтому хочется знать все больше и больше и больше, и, естественно, не забывать свое. Я к чему насчет чтения подвожу? Вы читали то, что пишут про вашу, не вашу работу конкретно в фильме «Ви», а вообще об этой работе? Об этой работе? Да, именно? О фильме «Ви» 3D. Ну, если там можно было увидеть что-то, успеть. Я особо, честно говоря, не читаю о себе, поэтому... Может быть, вы мне скажете. Я предпочел бы не говорить. Да? Ну, потому что, да, вообще общее мнение, что фильм не получился. Абсолютно с вами соглашусь не в каких-то моментах. Я фильм не видел, я просто читал отзывы и зрителей, и, главное, специалистов, людей, которые, в общем, как бы ну, я также, мне встречались специалисты, которые тоже считаются, что понимают, и зрители, тем более, писали мне лично какие-то письма, и мнение с моим очень совпадало у людей и у специалистов некоторых, так, которых давайте мы проартикулируем это мнение, озвучим, что это за мнение. Многие говорят, что это, несомненно, большая картина, мейнстримовская абсолютно, естественно, что, в принципе, не стыдно, что эффекты вроде бы неплохие на самом деле. Актерская работа у всех замечательная, я абсолютно, то есть мне нечего скрывать, я могу говорить спокойно, открыто, что мне тоже очень много чего не хватило в этом кино. Я вообще не любитель мейнстрима, я вообще не любитель... То есть вы артхаус предпочитаете? Да, да. Да, ну вот вы можете, допустим, как-то навскидку назвать несколько ваших любимых вообще лент? Или режиссеров, или вот каких-то вот так, чтобы... Ну, это... Вы составили представление. Конечно, в принципе. Я могу сказать, что мне... Я очень такой... Стараюсь смотреть кино от 900-х и по сегодняшние дни, и хочу понимать, что происходит. И мне более всего интересно, например, наблюдать за режиссерами, которые считаются классиками, но по сегодняшний день снимают кино. Это как Торнаторе, я его обожаю, я его абсолютный поклонник. Кафе Парадиза для меня это... Ой, новый кинотеатр Парадиза, извините, пожалуйста. Одно из любимых картин. И мне очень симпатична его последняя картина под названием «Лучшее предложение». Да. Простите, лучше, пожалуйста, заедает, да? Сейчас. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».